Добрый день. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня 15 марта. Блогер из Перми, сотрудник КГБ опальный, бывший Писсонов Алексей Борисович. Ну вот меня спрашивают, как голосовать по поправкам 22 апреля. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить, что ваше мнение меня, вас интересует мое мнение. Спасибо за доверие и так далее. Но давайте откровенно, друзья мои, от того, как мы проголосуем, за или против, конечно, против. То, что там фактически идет процесс узурпации власти. Оно роли никакой не играет. Что там сделают за нас? Еще раз говорю, мы вышли за рамки правового пространства. Да, когда провели приватизацию, когда расстреляли парламент и так далее, когда Ельцина провели к власти и так далее. К сожалению, сейчас вернуть ящик Пандоры открыт, вернуть обратно общество в состояние правовой управляемости очень-очень сложно. И сама фигура появления Путина Владимира на политической арене, к сожалению, говорит о том, что правовая система в стране была полностью разрушена. Ну, понятно, что он уйти от власти не может. Почему? Потому что все вскроется, да, и взрывы домов и так далее. То есть прав был генеральный прокурор Советского Союза Виктор Иванович Илюхин, Царство Небесное, который сказал, что это горе для страны, когда преступник и убийца, я не говорю в отношении кого, он говорил, возглавляет страну. Да, ну вот видите, поэтому он скоропостижно скончался. Я повторяю его слова только. Поэтому, ну что, конечно, надо вернуть. Но вы же не вышли. Я пытался, будучи в небольших чинах, тогда в Ельцинском еще КГБ, ФСБ Ельцинском, я пытался сказать, что руководство ФСБ при помощи бандитов решало хозяйственные вопросы, нарушало законность, там шли покушения на убийство детей. Причем никакой оперативной необходимости в этом не было. Речь шла просто о решении хозяйственных вопросов при помощи. Меня в психушку положили. Но вы-то, граждане, же не возмутились и сказали, при чем тут Бессонов, ну при чем тут психушка? Ну, вот разбирайтесь, и следствие, и устанавливайте истину. Какая разница, кто это, ФСБ, не ФСБ. Ну все, садитесь, совершили преступление, не совершили, не садитесь. Ну вы же не стали, я, так сказать, в психушку меня посадили. Больше все, дураков больше в КГБ, ФСБ там не осталось. Кто бы так говорил о законности, там, о соблюдении права и так далее. Поэтому, ну что вы хотите? Все, вот то, что, к сожалению, и дела фальсифицируют, и подбрасывают, и избивают граждан. Я этим не занимался, заниматься не собирался, не собираюсь. Я требовал соблюдения законности, права и так далее. Да, у нас, так сказать, да, в том числе и сажал, и в том числе, так сказать, мне мало, я был малоприятный тип, в том числе и руководство ФСБ. А что сделать? И что директор ФСБ, что не субъект права или президент не субъект права? Конечно, если он совершает преступление, какая это кто? Моя задача, что называется, их посадить и, так сказать, привести в чувство. Совершенно это в любой нормальной стране этим занимается любой оперативный работник рядовой, любой следователь. Но у нас все это разрушено было, поэтому. Вот такие дела. Поэтому, ну что, вот мы попали в половой тупик в полный. Я согласен с генеральным прокурором, еще раз повторюсь с ним, Виктором Ивановичем, что люди, которые сделали карьеру в эти годы, они близко не должны подходить к государственной службе. Но, к сожалению, они нами управляют. Поэтому, как бы вы ни голосовали, к сожалению, к великому, все равно сделают. Это трагедия страны, потому что ваше мнение является законом во всем мире. Все перед вами бегают, отчитываются, говорят. Но, к сожалению, это не так. Спасибо, ваш Бессонов Сергеевич.